Каспийске забили отвертку года. В ночь на 27 января в городе состоялся весьма специфичный конкурс. Российский блогер и каскадер Евгений Чеботарев собрал крепких ребят и предложил воткнуть отвертку в свой автомобиль. Жертвой для растерзания оказалась немецкая Audi. Ее еще утром того же дня Чеботарев приобрел на местном рынке. Железная леди противостояла недолго. Ближе к полуночи крышу красавицы украсил венок из отверток. Ура, давай! Мураду Алиеву забить отвертку не составило труда. Есть в этом деле своя маленькая хитрость, делится спортсмен. Многим я, перед чем сделать удар, я им объяснил, чтобы они по центру не били. Так как у Audi 80-х алюминиевая кузов, и она по центру играется. При ударе она может соскочить. В тот же вечер символичным достижением Мурат поделился с подписчиками. Однако восторг последних резко сменила жесткая критика. По мнению большинства, происходящее не выглядит забавным и даже несет негативные последствия. Люди очень злобные. Столько негатива, откуда у вас, скажите, пожалуйста. Или нам нужно там курить, или там что-то плохое делать. Лучше проверять свой удар таким образом. За поиском адреналина Евгений Чеботарев ездит по всей России. На его счету ни одна проткнутая отвертками машина. Блогер сам не гнушится блеснуть силой за трюками каскадера. Пользователи сети наблюдают с замиранием сердца. Ничего осудительного в забавах организатора Мурат не видит. Евгений часто подвергает риску свое здоровье, однако это его выбор. У каждого человека своя забава, каждый человек сейчас зарабатывает так, как он может. Он блогер, я не говорю, чтобы это повторяли за ним, у него очень много каскадерских трюков, я не советую повторять. Это нужен человек-профессионал, он должен иметь страховку, но он много чего делает без страховки. У каждого людей свой разум, свой подход к чему-то. Ну, например, у меня в спорт, у меня штанги, кроссфит, выносливости. У этого каскадера свои. Уже на утро парень отправился в путь за поиском сильных и смелых. В дороге блогера сопровождала никто иная, как Audi, украшенная отвертками.